Йети пойман и ликвидирован еще более опасным зверем. В общем, здесь твоего Йети эта тварь и догнала. Грамотно. Лес оцепить, гражданских лиц не пускать. Сережа Штык остается практически один на один с таинственным убийцей Йети. Ты как воин леса! Завалим эту тварь, да? В общем, сейчас пойдешь на охотхозяйство специалистов встречать. А ты что будешь делать? Ты специалист? Боря. След, след, иди! Мамочка! Телевизиончик. Штык, ты что ли? Стрёмно, да? Специалист тут чё? А, его, походу, заклинило. Чё ты с людьми-то творишь? Нет в тебе сердечности. Почему? Я лес люблю. А людей? Ну, выборочно. Пересекаясь исключительно по интересам. Блин, ты только из больнички выписался с заиканием. И на заикание, говоришь, на водички бахни, сразу отпусти. Не, Штык, может, не надо, а? Пей, пей. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Бери, понесли. Ну все, в себя пришел, сейчас его отпустит. Как его там? Боря. Боря, ну у него, походу, дело побочка на связке пошла. От твоей водички, что ли? Да не от моей водички, а от слабости природной. Где вот слабинка есть, то моя водичка и выявляет. Вот это... Сандалило? А чё у меня с голосом-то? Да с голосом у тебя полная беда, братец. Как-то странно звучит. Но мне нравится. Слушай, Штык, а этот Боря, он кто вообще? Ну что за специалист? Ну это от егеря, Кулибин по ловушкам. Борь, слушай, я понял, что не так с твоим голосом. Понимаешь, сейчас яркий диссонанс между твоей внешностью и твоим голосом. Надо исправить. Так, не лезь. Они отвалятся. Брови бобра на заячий мед, я тебя умоляю, через час как родные будут. Все, смотри. О. Оп! Был Боря, стал дядя Боря. Усы! Пропуск в трусы! Выдвигаемся, ловушки ставить. До темноты надо успеть, часов 5 у нас есть. Давайте, погнали. Ага. Борь, как там у егеря-то дела? Больничку загремел, потом медсестричку окучил. Теперь посасывает спиртовую капельницу. У тебя там все готово? Проверить хочешь? Да ну нахуй! Живой, не живой? Это пока догадки. В любом случае, мышцы и кости есть. А эта конструкция и призвана их ломать. Суммарная мощь удара около тонны. Веревку натяну и готово. Лизёнечка, а? У тебя детей-то как зовут? Вовка, это старший. Машка и Меркурий. Блять, отойди отсюда! Да чё, нормально же имя? Да с руки у меня! Чего? Отойди. Извини! Отсюда! А? Да там растяжка стоит! А? И там тоже! А? В заборе уйди! А это что? Яд, скорость распространения 4-5 секунд. Смерть мгновенно. Чего? Куда встал-то? Ой. И как она срабатывает? А вот эту веревочку ногой цепляешь, вот этот колышек выбивает, затычку вытаскивает, и вот эта конструкция вгоняет колья в тело жертвы. Кровь, мясо, смерть. А штыковская ловушка как работает? Растяжка и растяжка. Ногой хуяк, фиг, нет ноги. Я ее тоже обшикал, чтоб наверняка. Это таран. Начальная масса 140 килограмм, а на подлете к цели 1200. Я такую в тайге на медведя ставил. Так его в лепеху расхеракало так, что потом жрать было нечего. Телезенчик. Чего тебе? Похоже, что я на коне из сосны еду. На кого? Ну, конь из сосны, а я на нем еду, похоже? Ну, похож. Давай, сфоткай, в своей газете потом напечатаешь. В какой газете, я телевизионщик? Да и похеру, давай. О, нормально. Давай время скоротаем, в игру сыграем. Знаешь такую? Дай дерево. Нет. А ты знаешь? Ну, конечно, знаю. Тогда с тобой играем. Я тебе, например, говорю, береза. Ты говоришь, дай березу. Понял? Понял. Береза. Дай березу. О, молодец. Осина. Дай осину. Липа. Дай липу. Сосна. Дай сосну. Ну на, сосни. Блядь. Вы их человека насмешили, да без сознанки. Все ты со своими шуточками.
Ты чего, Штых? Зацени, Боря! Медвежий же подрал, в том году ставил. И как, сработало? Ага. Лосю рот разорвало. А почему же подрал-то медвежий, а лосю рот разорвало? Потому что такой же любопытный, как ты. Ну ладно. Тихо. Аккуратно, зверюга работает, а? Это что такое-то там? А? Судя по звуку, волку кирдык. Двум. Аппетит хороший, к вечеру проголодается. Давай ускоряться по ловушке. Стой! Я первый. Беги-беги, только не перди. Чего это он? Сказал вибрацию слушает. Так, короче, зверь выше по ручью сейчас воду пьет. Примерно где-то верст 12 до нас. Штык, а что ты нормальное ружье-то не купил? У меня нормальное, причем сразу два. Главное же не пуля, а чем она, так сказать, начинена, да? Это точно. Я-то штука полезная. 12 верст уже. Не так и много. Давайте быстрее четвертую ловушку ставить. Давай, погнали. Вечереет уже. Зверь-то ведь он не дурак. Он тоже тропы выбирает. А у нас на каждой тропе ловушка стоит. В какую-нибудь да попадется. Тем более ночью. Не видно ж низги. А где ночевать-то будем, а? В лесу. В смысле в лесу? Здесь же монстр рядом. А, вижу, готов трусишки сменить. Ты тоже, дядь Боль? Я нет. Я их и не одевал. Но в лесу ночевать тоже не хочется. Я темноты боюсь. Да, но ночевать как-то в лесу неохота. Но это уж сильно от нас не зависит. Вы еще не поняли, да? Мы ж приманка для этого зверя. Он за нами от самого Йети идет. Постепенно радиус сужает. Так что сейчас доделываем здесь. Идем в центр. Получается, со всех сторон будем защищены ловушками. И чего? Спокойно ждем, пока зверь попадется. Так уж и спокойно! Ну, может, придется сходить, добить. Держи. Расслабьтесь вы, наслаждайтесь костром. Штык, ты можешь потише, а? Зверь рядом ходит. Да. С огнем-то оно и помирать веселее. Фу ты! Типун тебе на язык. Неудачно пошутил. Аж еще страшнее стало. Водичку? Будет? Нет. Ненавижу ночь. А я ненавижу лес. Ночью. Слушай, я тут у Штыка разрывные патроны нашел. И написано, разрывные нахрен. Ты их побереги, побереги. А кого он пи***то? Обычно туристов. А! Штык! Штык, ты где? Боря, стреляй! Да куда стрелять? Боря! На каждый шорох, Боря, стреляй! Молодец, Боря, еще стреляй! Давай еще, Боря, стреляй! Молодец, красава! Давай, Боря! Растяжка Штыка сработала! Опять движение! 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 Все, сейчас на гильотину с Калаби вышел, но он ее не пройдет. Прошел. Он опять прошел? Да таран, на таран, сейчас таран будет. Спокойно, спокойно, сейчас я его сниму, на! Таран сработал, все. Опять двигается, там яма впереди. Все, Коля, отравленный, нормально. Что? Боря, что? Что, Боря? Боря движется к нам, да? Бежи. Мама! Мама! Боже мой! Что это? Штык, ты где? Здесь я, здесь. Штык, зверь нас чуть не сожрал. Ты где был? Ловушки ходил проверять. Так, водичка где? Какая водичка? О, нифига себе. Так это Штык по ловушкам-то бегал. Ага. И ловушки-то и говно. А зверь-то тогда где? Рядом. Я говорю, рядом! За мной! Я его зверь забрал! Давай, Штык! Убей его!